И сегодня же Евгений Карташов обратился к запорожцам и объяснил причины своей отставки. Уважаемые запорожцы, в силу сложившихся обстоятельств сегодня я вынужден сложить свои полномочия. Мне предложена работа, связанная навыками моего дипломатического опыта, который я приобрел в период работы чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане. Министерство иностранных дел пригласило меня на работу в качестве эксперта по координации торгово-экономических связей с зарубежными странами. И, откровенно говоря, сегодня на душе нелегко. На мой взгляд, будущему городскому главе, новым депутатам горсовета, главное продолжить начатое. Преемственность и в хозяйственной практике, пожалуй, это основной элемент успеха в работе в целом. Я выражаю сердечную благодарность президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу за его доброе отношение к запорожцам, понимание наших проблем и деятельное участие в их решении. Особенно то, что касается мостовых переходов. У Запорожья хорошее будущее. К нам идут инвесторы. Нашему опыту учатся. Нам помогает история, традиции предков, культура, трудолюбие и запорожский характер. Заверяю вас, на каком бы посту я ни трудился, я постоянно буду помнить о нашем городе и в меру сил и возможностей помогать развитию Запорожья. В заключение хочу высказать слова искренней благодарности своим товарищам по работе, коллегам за преданность делу, интересам Запорожья, за глубокую самоотдачу. Запорожцев еще раз прошу понять и принять мое решение. Удачи вам, дорогие мои земляки!